Друзья, всем привет! Снова с вами Олеся Селезнева, и сегодня я вам передаю теплый солнечный привет с берега Черного моря, потому что сегодня я вместе со своим любимым супругом нахожусь в городе Анапа. И так случилось, что в его день рождения мы попадаем на очень крутой тренинг, который проводит мощный мотиватор, мощный спикер Радислав Гандапас. И мы, друзья, будем учиться лидерству. Да, лидерами не рождаются. Это не то, что кому-то повезло. Это не потому, что так получилось. А лидерству мы учимся. Учимся на событиях, учимся на тренингах. И благодаря окружению, которое окружает нас сегодня. Да? Поэтому я вам желаю, друзья, не бойтесь вырваться из рамок того, что есть у вас сегодня сейчас. Откиньте все сомнения, все страхи. Посещайте события, посещайте обучение. Не жалейте вложений в себя, в собственные мозги. И тогда у вас все получится. Потому что сегодня мы на новом витке, мы на новом уровне развития вместе с компанией «Армель». И возможности есть у каждого. Я в это очень верю. И сегодня команда лидеров, здесь собравшихся, это прекрасно уже ощутила на себе. Я желаю вам всем успеха и прекрасного доброго дня. До связи! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.